Итак, продолжаются игры первенства Республики Беларусь 2018 года в группе А. Сейчас встречается команда из ДЮШ Минск и из ДЮШ Новополоцк. Представляем состав команды из ДЮШ Минск. Номер 1 – Артем Постоялкин. Номер 2 – Иван Войтик. Номер 5 – Константин Ковалёнок. Номер 8 – Ярослав Рутецкий. Номер 9 – Ахмед Мустафаев. Номер 17 – Александр Романейко, капитан команды. Тренер команды Андрей Кашмир. Команда из ДЮШ Новополоцк. Номер 1 – Владислав Рудковский. Номер 2 – Никита Павлюченко. Номер 3 – Роман Парахонько, капитан команды. Номер 7 – Кирилл Готовко. Номер 8 – Александр Головач. Номер 9 – Михаил Таньков. Тренер команды Игорь Зенин. Судят их встречу Дмитрий Шиколай, Пинск, Алексей Груст и Владимир Свирит, оба Минск.
Гол в ворота команды «Сдюшного Полок» провел номер 9 Ахмед Мустафаев, команда «Сдюшный». Команды «Сдюшного Полок» провел Ахмед Мустафаев, номер 9, команда «Сдюш Минск».
поздравляю.